Это касается, что Буха по праву является одним из основоположников современного камнелезного искусства, увы. Он из потомственных мастеров. Родился он 1 января 1917 года в местечке Копсёк возле села Сызылдак. Ну и по его рассказам можно было судить, что он еще маленьким обращал внимание на старых мастеров, которые делали работы по дереву, по коже, по агальматолиту, чернодашу. Старые мастера, они тщательно готовили материал, и всегда они рисовали, обрабатывали камень. У них получалось несколько скованные движения, фронтальный вид и меньше движения. А это касается Тойбуха, в 30-е годы он начал работать по частным заказам и стал делать более изощренные различные движения, повадки, характер животного. Ну, это у нас верблюды, олени, лошади, кони, сарлики. И лишь в 1947 году, когда был создан Дом народного творчества под предводителем Сергея Пургу и Василия Демина, вот тогда и стали приглашать на выставки, семинары камнерезов из Байтаги, из Бабрамхемского района. И вот они стали между собой договариваться о обмене выставками и уже в 1949 году стали выставляться на областных художественных выставках. Затем в 1950-е годы они начали выставляться на краевых зональных выставках. И это Каштайч Тойбуха, он выделялся своим трудолюбием и большой охотой обмениваться своим мнением. И всегда у него получалось очень замечательные работы. У нас в фондах музея хранится более 100 его работ из камня, кости, дерева, гранита. Первые работы стали поступать в наш музей в 1952 года. И с тех пор он почти ежегодно пополнял нашу сокровищницу камнерезного искусства своими работами. Его дело продолжается, продолжает его сын, внуки. И всегда мы видим, что династия Тойбуха процветает. С самой молодости, юности, правда говоря, юности, именно с юности начинал все работы смотреть, которые все сделал. До конца, каждую работу до конца досматривал. И в связи с этим, наверное, у меня получилось. До этого был кружок камнерезного искусства. Я тоже принимал участие. И большому количеству, наверное, оттуда брал. Вот в этих витринах мы можем увидеть различные камнерезные работы, начиная с овечки, кончая драконом. Здесь мы можем увидеть, как он тщательно и скрупулезно прорабатывает все детали. И он очень тонкий и обаятельный камнерез. Мы видим, что его скульптура «Маралуха с детенышем», она была увеличена в бетоне и стоит на 9-м километре по дороге Кызыл-Абакан. Это, конечно, можно судить о его большом таланте. Многие говорят, что при увеличении тувинская резьба, она очень монументальная. Действительно, вот его работы в какой-то мере монументальны. Бүгін біздің республикамызда базы бір онзағай байырлады деп білеп тұрарыз болыр. Сегодня мы отмечаем столетний юбилей знаменитого камнереза
Мы его считаем камнерезом. На самом деле это был мастер на все руки. Его зовут Азаберков Рух, Теплодр Убовис. Я начал его за Пстим Улух Убовиска, за Ундуткалдин. Тендейлдр Улух Мегайпишан. Он облугал за Тондук. Хеттегочего за Ундуткалдин Дендей Акхадан Характал за Сундарин Джешбейрек Бурнер. Таван Дезин Мультурадо Вендемарнанда. Стинг он да стинг индурден уголер стинг диски стинг аза тэрге тмар дар я сал пейдер я диски да я нямаш мол да мол да в этом кружке я первую работу сделал, но работу послали в США в то время и с концами было, конечно. Ну, хоть так было интересно, что оказывается, вот эта вот работа так ценится в моем сознании. Так это было. Это значит, настолько серьезно воспринимается людьми. Так я воспринял это. Вот это вот тоже, наверное, может быть, был поводом для того, чтобы стать камнерезом. Сыртык Каштаевсының өмірзі қылып чорт бірер ажылының хевірі ұтқазы. Жерлі тұскай онзағай болып бірер ән. Жүге де ерге ажылдарының қылып бірер хевір дүрзізі де ерге таланың чұрталғазың.